Здравствуйте, товарищи. Поздравляю вас с недавно исполнившейся годовщиной столетней Великой Октябрьской социалистической революции, которая не произошла бы, если бы Ленин бы не изучал бы науку логики Гегеля. Более того, значит, после Ленина ни один из крупнейших партийных руководителей Гегеля не изучал. Вот и потеряли. Только не по этой одной причине, но это одна из причин. Потому что если речь идет о сознательно управляемом хозяйстве и о сознательно управляемом обществе, о социалистическом и коммунистическом, то недооценивать вот такие вещи, которые относятся к идее, никак нельзя. Потому что сначала идея, а потом преобразование мира. Правильно? Так? Поэтому как можно преобразовывать мир, если, так сказать, где-то в идее стоять не на передовых позициях, а на каких-то отсталых? И даже мы вот говорим, что вот у нас хорошее издание, есть наука логики, но даже тот, кто нам вот помог, спрашивает, не маловато ли мы издали, потому что тысяча штук на Россию – это очень мало. А вот когда издавалось собрание сочинений в 1937 и 1939 годах, вот шестой том, простите, пятый том, пятый том собрания сочинений Гегеля, где первый том был «Объективная логика. Учение об идее, учение о сущности» вышел в 1937 году, а шестой том собрания сочинений Гегеля вышел в 1939 году. Тиражом 20 тысяч экземпляров, 20 тысяч. То есть, если, скажем, кто-то еще тогда не изучал, но было понимание большое руководство страны, что если мы хотим что-то строить, то надо, значит, и науку логики издать, чтобы это не было редкостью. 20 тысяч. И, между прочим, с того времени ни разу не издали, так что была вот, как у Гегеля написано, объективная логика и субъективная логика. Ну, поэтому то, что вот сейчас у нас происходит, это широкое довольно изучение, довольно широкое по сравнению с тем, что было, диалектики Гегеля, это очень важное явление, потому что оно входит в состав необходимого условия победы новой социалистической революции. Как раз мы подошли к вопросу об условиях. Условия – это то, без чего не будет. Правда? И условия – это не все. Оно, конечно, входит в содержание, но без него не будет. Вот, скажем, наличие света в этом помещении – одно из условий. Для того, чтобы можно было видеть. Слышно будет и без света. Я думаю, что люди, которые читали, и я, который тут выступаю как руководитель кружка, я могу и без света рассказывать это. Но вот видеть товарищи уже нас не смогут. Но наличие воздуха в этом помещении, вы не скажете, что воздух это вот прямо входит в существо изучения науки логики. Но без него это невозможно. И невозможно даже потому, что звук передается, как известно, через воздух, и поэтому уже точно слышно не будет. Ну, я могу еще жестами объясняться. Один раз я видел в Нижнем Новгороде, выезжали, думаю, ну что же может быть хорошее вот у глухонемых, вот, вроде как страдающие люди. И вот я смотрю, вот некоторые товарищи, которые прощаются, бьют в стекло там и своим, тем, кто провожает, что-то там кричат, ничего не слышно. А товарищи, которые являются глухонемыми, они там, значит, часть их зашла уже в вагоны, а другая осталась. И они продолжают спокойно разговаривать, как ни в чем не бывало. И это им совершенно не мешает, это вот стекло и отсутствие прохождения звука туда. Все тут. Поэтому мы подобрались мы к такому вопросу, как условия. У нас тема до сегодняшнего перехода – это основание к условию. Ну, у нас ведь главная задача кружка не в том, чтобы заменить самостоятельное изучение, здравствуйте, а в том, чтобы облегчить изучение. Более того, значит, совсем не в том, чтобы заменить изучение, чтение и, так сказать, понимание этого дела. Но понимание – это большая проблема, и все это знают, все понимают. Ну, как-то люди, которые взялись уже за изучение науки логики, они понимают, что это непростая задача. Она непростая для тех, кто здесь сидит, и непростая для тех, кто здесь не сидит, а тоже изучает и смотрит наши занятия, потому что мы сразу наблюдаем, что вот вывесили два предыдущих занятия, ну и сразу больше 1000 посещений немедленно, потому что
товарищи уже ждали, когда будет следующее занятие кружка. Из этого не следует, что они все обязательно все поняли все до этого места. Но все прекрасно понимают, что вот тут будут некоторые дополнительные разъяснения, которые позволят облегчить эту трудную задачу. Мы не должны, двигаясь все дальше и дальше, забывать, что для диалектики характерно, что не только одно утверждение надо принять во внимание, но и прямо противоположное. Поэтому не надо удивляться тому, что вот только что ты усвоил вот это, а потом проходишь вперед, а там прямо противоположное. И для человека, который забыл о том, что это диалектика, то ему кажется, что его сбивают вообще с ног. То вот вроде бы понял, потом говорят, раз, и все это никуда не пойдет. В связи с этим я обдумываю то, что можно сказать по теме, которая у нас сегодня стоит, переход основания в условия. Я хотел бы поставить такой вопрос. Как вот вы себе представляете, уважаемые товарищи, вот движение от чистого бытия и дальше вот до того места, до которого мы дошли? Мы как бы, вот некоторые представляют так, что вот мы идем как бы вперед, 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 вперед. И это, в общем, правильно, да? Вперед же мы идем в продвижении. Но мы идем вверх или вниз? Там, вглубь мы идем или куда-то ввысь? Вглубь. Вглубь. Вглубь, да. И куда мы идем вглубь? Там в одном месте Гегель говорит, что вот философия Якоба Беме, он нас заводит в самую глубь, но в смутную глубь. Так он похвалил как бы его. Так вот, куда мы идем вглубь? И вот мы дошли с вами, значит, вот в этом движении, когда мы переходили от качества к количеству, мы вниз шли или вверх? Ну, как вы себе представляете? Какой же вверх? Мы углублялись в бытие или куда-то мы отлетели от бытия? Как вы считаете? Евгений Николаевич, вы внизу? Тут. Да, сейчас откроют вам, но жалко, что вы опоздали. Так, это я сейчас выключу свой, больше этого не будет. Включить питание. Если питание отключить, а это одно из условий сообщения, уже не будет телефонных звонков. Вглубь. Мы же в бытие углубляемся. А? Почему вниз-то? Вглубь-то это куда? Вниз или вверх? Разве глубь там может быть наверху? В верхней там глубь, вглубь не может быть. Вглубь это обязательно туда. Вглубь мы идем. Углубляемся мы или нет? Относительно земли. Но если углубляемся, значит... Ну да. Ну, кажется, что мы воспарили все выше и выше категории. Там вот качество, там конечное, бесконечное. До мера дошли. И раз, и снятие. Снятие бытия. А снятие бытия. Мы ушли из поверхности явлений. Дело в том, что этот вопрос не случайный. Если мы стоим на идеалистической точке зрения, то вообще говоря, мы идем дальше, выше к идее, правда? Правильно? А если мы стоим на материалистической точке зрения, то мы на самом деле рассматриваем чистое бытие как вот начало углубления в материю, правильно? И дальше идем, углубляемся все больше и больше и двигаемся в этом направлении. Мы все равно к идее придем. Нет, к идее мы придем, когда наверх пойдем. А сейчас мы пока еще идем вниз. Придем. Но вообще движение-то идет. Но мы углубляемся в сущность. Сущность вообще в глубине или наверху? В глубине. Сущность не дана непосредственно, правильно? А вот когда мы изучили первый том, ну или по первому разу изучили первый том, или по третьему, по пятому, по десятому разу изучили первый том, мы дошли до того, что бытие снимает себя. Это что значит снимать себя? Что мы как бы проникли через бытие вглубь материи. Вот в связи с этим некоторые товарищи, когда читают у Маркса, что вот мой метод, пишет Маркс, диаметрально противоположен гегелевскому. И думают, раз он диаметрально противоположен, надо все вот эти категории перемешать и сделать мертвые кости скелета, да еще и перепутанные, как сказал бы Гегель. А если он диаметрально противоположен, значит, трогать нельзя ничего. Если вы что-то диаметрально противоположное имеете, вам просто надо с другой стороны посмотреть.
не трогая порядка категорий, не нарушая перехода между ними. Правильно? Диаметральная противоположность. То есть, если вот мы могли это понимать как движение к высшему, да, к идее, вот идея, она лежит в основе, так основа эта основа остается, и вот она потом, она идея как чистое бытие, идея уже как качество, как конечное, как бесконечное, как одно и многое, как количество, как мера, и снятие бытия, и воспарили к сущности. Воспарили к сущности, потому что это в идее же сущность. А здесь мы воспарили к сущности или углубились в сущность? Углубились в сущность. Вот мы углубились, углублялись, углублялись. Куда мы углублялись? Мы углублялись и все имели дело с рефлексией. Почему? Потому что у нас было снятое бытие. Да? А что такое снятие? Отрицание, содержание. Короче, Борис, если короче. Отрицание. Отрицание. Вот обратите внимание. Если отрицание содержанием взять, то короче это отрицание. Произошло отрицание бытия. Это уже не бытие. То есть все было бытие, бытие, бытие. Вся книга, толстая книга, все было бытие. Вот эта вся книга, половина ее, да? Больше половины. Все бытие, бытие, бытие. А потом раз и отрицание бытия. Но отрицание бытия – это не бытие и не ничто, это вообще не бытие. А это снятое бытие, это отрицание содержания. То есть мы попали в сферу сущности, но отрицание бытия – это определенность. Почему отрицание бытия – определенность? Кто ответит на этот вопрос? То есть сейчас мы попали, вот как только мы получили снятие бытия, мы попали в сферу определенности. Почему снятие бытия – это определенность? Ну, сначала определенность, потом вы тоже скажете, дальше мы дойдем. Дойдем. Вот как ответить на этот вопрос? Определенность – это отрицание. Вот, определенность – это отрицание бытия, значит, отрицание бытия – это определенность. Логично? Но если определенность – это отрицание, да? Мы это усвоили в самом начале. Отрицание бытия – это определенность. Первая непосредственная определенность – небытие, принятое в бытие, так что конкретное целое имеет форму бытия. Так? Так. То есть отрицание бытия – это определенность. И вот мы… Бытие отрицает себя. А раз отрицает, то куда мы пришли? К определенности. И вот эта определенность, как называется, вот эта определенность, к которой мы пришли, это мы уже обзор делаем того, что мы прошли в учении о сущности. Как оно называется? Ну, здрасте, качество. Вы нас вообще назад все это в реакцию опять вы нас вернули назад. Какое же это качество? Отрицание бытия? Небытие. Да небытие в первом томе, в начале. Опять все нас забросили. Мы так и будем болтаться туда-сюда. Мы в сфере сущности уже, все. Это снятое бытие. Нету тут уже этого самого небытия в таком виде. Как называется эта определенность, которая в сущности? А? Ну так прямо такой скачок вы сделали. Мы за вами не угонимся. Я вам вперед скачу. Да, я понимаю, вы вперед нас и зовете. В том числе и видимость. Но вообще-то видимость. Ну, видимость, да, вот уже. Ну, видимость понятно. Так. Ну, видимость это что? Это определенность или это где? А вот целый раздел там, вот у кого-нибудь есть вот руками, это целый раздел, который мы изучали учение о сущности целый год. В прошлом году? Да. Как называется? Вы не заметили, что мы изучали? Что мы изучали? Не, ну у нас оглавление есть у людей, вот грамотные люди. А? Вот. Рефлексию мы изучали. Рефлексия это называется. А рефлексия или рефлективные определения мы разбирали. Какие рефлективные определения мы знаем с вами? А? Рефлективные определения какие? Это по оглавлению все можно смотреть. Чтобы не думали, вы не думаете, что я такой умный. Я просто читаю оглавление, когда забываю. А там написано, смотрите-ка. Рефлективные определения в форме положений. Тождество, различие. Да? И противоречия. Вот мы
этим занимались. Вот уже одну главу первую назвал, совершенно правильно. Денис Борисович оправдал свое присутствие. Вот. А другие товарищи, он может сказать, что все, я уже вас вывел, можно сказать, на пеню, на верную дорогу, а вы не можете дальше пойти даже по верной дороге. Откройте оглавление и смотрите определенные сущности или рефлексивные определения. И эти вот определения нас довели до основания. А какие были определения рефлексивные? Тождество, различия и противоречия. И вот мы двигались по этим определениям. Тождество разбирали. Главное, что мы узнали, когда разбирали тождество, что тождество – это тождество чего? Различного. А различие что? Различие тождественного. То есть никогда никакого того абсолютного тождества, только тождество тождественного, которое называется тавтология. Ёлка – это ёлка. Объясните мне, что такое бревно. Бревно – это бревно. Объясните мне, что такое человек. Человек – это человек. То есть такого рода тавтологичные утверждения ничего не стоят в науке и не нужны. А их вот вам могут объяснить. Спросите, вам скажут. Очень часто. То есть вы хотите что-то другое получить, кроме того, чтобы вы повторите тот самый вопрос, который вам задали. Это тождество. Различие. А различие – это чего различие? Тождественно. Вот видите, товарищи изучили. Но если мы изучили, так мы должны помнить, что это речь идет об определениях. То есть о чем? Об определенности. Определение – это же определенность, правда? Только более высокая форма ее. Рефлексивное определение, тождество, различие и, наконец, противоречие. И вот когда противоречие разрешается, оно идет в основание идет, Wertzugrunde по-немецки. И вот тогда оно снимает себя. А что такое снятие? Вот нам уже Денис Борисович может повторить это для трудящихся. Что такое снятие? Снятие – это отрицание с удержанием. А короче? Отрицание. Отрицание. А если отрицание, то что является отрицанием определенности? Уже отрицание определенности. Я спрашивал, что является отрицанием бытия. А сейчас я спрашиваю, что является отрицанием определенности? Отрицание. Это правильно. Это правильно. Научился Денис Борисович. Его не поймаешь. Это я и сам до этого додумался. Денис Борисович. Это уже не тавтология, конечно. Но если, повторяю вопрос. Если бытие, если бы отрицание, то есть определенность была отрицанием бытия, это мы с вами усвоили? Мы об этом уже говорили сегодня. То отрицание определенности – это бытие. Вот. Бытие. И что тогда? И вот Гегель это и фиксирует, и говорит, что основание, к которому мы и вышли, Wertzugrunde, это восстановленное через сущность бытие. Вы любите восстановленное молоко? Но это молоко же. Но восстановленное. И это тоже, вот с одной стороны, это бытие, но уже не такое бытие. А почему не такое? А потому что в нем следы, а я понял, да. Следы этой самой восстановленности, опосредствования этого. Это не версия, что ли, была? Или нет, простите, но мы же стал маркой. А вы спрятаны. Значит, обратите, смотрите еще раз, что получилось у нас. Вот мы такой находимся на таком важном рубеже, когда вот и шло это рассмотрение рефлексий. А рефлексия – это движение от ничто к ничто, как в сфере сущности. Так? И ясно, что почему от ничто к ничто? Да потому что тут нет бытия, снято бытие. И вот это все, вот этот весь кусок от вот видимости, которую Денис Борисович сразу тут назвал, и вплоть до основания, этот весь кусок, в котором мы не о бытии вели речь, а о чем? Об отрицании бытия, то есть об определенности. Если отрицание бытия – это что? Это ничто. Это трудная вещь. Вот Ленин тоже думал на эту тему, и вот тут большие трудности у него были. Он там написал в конспекте «Науки и логики», что ну, то, что из ничто получается бытие, это понятно. А вот чтобы ничто шло к ничто, это, пожалуй, не может быть.
Но как человек осторожный, он написал «пожалуй». Надо подумать. У него так много вернуться. Темна вода есть. То есть он вовсе не считал, что там все так понятно. Или ему там все понятно. Главное ему понятно. И главное, он схватил и в своем конспекте отразил. Но и условия у него были. Как вы, так сказать, думаете? У нас условия такие же хорошие, как у Ленина, даже лучше. Потому что, вот как говорил Ленин, что разбитая армия хорошо учится. Вот сейчас у нас контрреволюция, это самое время для учебы. Сейчас бы вы сказали, надо то строить, социалистическое строительство, коммунистическое, вы нас отвлекаете пустыми разговорами о науке логики. А сейчас нам надо думать, как вот, как все это. В идее сначала построить, а когда в идее будет построить, тогда можно говорить о том, что давайте эту идею будем реализовывать. Правильно? А если вы это в идее не построили и не представляете себе. Вот я, например, прочитал в одном из выступлений на конференции, что вот сначала создали советскую власть, а потом советское государство. Вот это очень странно. В одном из выступлений в газете, которая у нас опубликована. Ну, это, можно сказать, загадка. Найдите выступление, найдите в нем такой текст удивительный. Это значит, советская власть была, а государства, что ли, не было? Советская власть – это означает государство. Или я не прав? Не прав. А, не прав? Ну, конечно. Советская власть? Советы, а потом было государство. Власть, потом не советы, а советская власть. Вы невнимательно слушаете, Евгений Николаевич. Я сказал, советская власть написана. Сначала создана советская власть, а потом советское государство. А советская власть – это организационная форма диктатуры пролетариата, как Ленин учил. То есть это не потом, а вглубь. Диктатура пролетариата – это сущность советской власти. Значит, не потом она. Как же она потом, когда она в глубине? Вот я смотрю на вас, но так не поймешь, то ли вы черный, то ли красный. А сущность точно красная. Видите разницу? Вижу. Сущность. Вижу. Ну так это же не так, что сначала было это, сначала вы, а потом ваша сущность пришла. Что вы это двое входили, совет, да? Рабочий создали. Что? Рабочий создали. Еще раз советов, повторяю, не о советах я вам говорю, о власти. Начало – это свернутый результат. О чем? Я еще раз говорю, это не, не о начале там речи не идет. Что было сначала? Советская власть? А потом государство. Или советское государство, если было, то это и есть... Советская власть. Если советская власть, то это и есть советское государство. Или государство диктатуры пролетариата, или рабочее государство. Или государство рабочего класса. Но это не два, так сказать, этапа. Это одно. А сущность? Сначала создана сущность. Что? Рабочие вышли на сущность. Рабочие не могут выйти на сущность. На сущность можно углубиться только. Вот только что мы сейчас говорили о том, что ну, вы в сущность можете пройти через бытие. Сдаю, да. А то сущность, у нас сущность через уже бытие, есть. Через да. Видимость. Есть уже моя душа, теперь все осталось все только тело, чтобы появилось. Да. Так что ли? Да. Так это идеализм чистой воды. А вот это не идеализм. А это не идеализм. Нет, это уже не объективный материализм. В нашем кружке его нет, Евгений Николаевич. Мы истолковываем уже материалистически. Мы говорим об объективном материальном процессе. Вот вы в действительность должны углубиться в бытие. Углубляйтесь в него. А движение – это бытие? Нет. Ничего. Это движение бытия. Значит, это движение бытия. Как вы берете движение и говорите, движение – это бытие? Движение – это категория, которая дает нам возможность понять бытие. Это совсем другое дело. Так, не будем отвлекаться. Итак, что у нас здесь произошло? Когда мы дошли до снятия, мы дошли или не мы дошли, те, кто дошли до этого места, те, кто изучает, дошли до этого места, до того, что вот рефлексия снимает себя. Значит, а снятая определенность – это отрицание определенности. Отрицание определенности – это что? Бытие. Бытие. Вот что надо нам понять, что это бытие. Поэтому и написана такая необыкновенная фраза там у Гегеля, что это, что основание – это восстановленное через сущность бытие. Обратили внимание на эту фразу? Кто не обратил? Почитайте сначала и найдете. Восстановлено через сущность бытия. То есть все, появилось снова бытие. Вам уже, когда мы изучаем целый год эту рефлексию, кажется, что все, бытия больше не будет. Все, мы похоронили и себя, и всех остальных. Все, теперь только от ничто к ничто. Все, это прошло.
Уже опять бытие. Но какое бытие? Которое является результатом снятия рефлексии. А раз оно является результатом снятия рефлексии, то значит в нем, в этом бытии новом, есть рефлексия. Потому что снятие – это удержание того, что отрицается, то, что снимается. То есть удерживается рефлексия. Поэтому вот эти вот пируэты, которые здесь, думаешь, только одно так написали, уже противоположное. Противоположное только усвоило, опять вот вроде возвращаемся назад. Так если мы речь идем о снятой рефлексии, раз о снятой рефлексии, то здесь уже вот такого одного не будет. Здесь, вот и получается уже удвоение здесь. Удвоение такого рода, что вот есть основания и основанные, а их единство – основа. Три категории связаны со словом «основа» или «основное». Три категории – основания, основанные. И если вы этот раздел почитаете, вы увидите, что их основание, так сказать, их единство – есть основа. Когда мы сразу это берем их в единстве, они же в единстве находятся, они неотрывны, правильно? Ну, и, то есть это бытие уже выступает, не такое, которое без корней, как первое. Чистое бытие, какие тут корни? Никаких корней нет. Чистое бытие, и все, и не трогайте, и не говорите ни о чем больше. Чистое бытие без всякой дальнейшей определенности. А если здесь вы берете уже основание, такого вы должны взять основание, и должны сразу взять основанное. А если вы берете основанное, то вы должны взять его с основанием. Поэтому это, если вы берете это вот бытие, восстановленное здесь, которое называется основанием, то, между прочим, в нем оно удваивается здесь из-за этого, из-за того, что оно вот выходит. И есть отрицание вот этой непосредственности. Тут нет непосредственности. Это разве непосредственная категория в сфере сущности? В сфере сущности категория не является непосредственной. Непосредственной она является в сфере бытия вначале. А здесь, и раз они, а то, что непосредственно, как называется? Вот сейчас ты не спорись, что должен сказать. То, что непосредственно, как называется? Непосредственное бытие, как называется? А? Не обидно, ничего страшного, никто вас не обогнал, все равно. Видимо. А? Видимо. Это он хочет вас это взять себе на вооружение. Сущее. Сущее, не наличное. Сущее, сущее. Вот сущее. Чем отличается? Несуществующее, а сущее. Вот сущее, вот это сущее, потому что он непосредственно. А вот сейчас оно несущее. Оно есть? Есть это где-то? Есть. Бытие? Бытие. Оно сущее? Нет. А хотите, чтобы было сущее? Вот оно, пожалуйста. Это сущее. Хлеб насущный. Чем отличается от хлеба? Вот говорят, у нас тут была не совсем паника, но всякие такие дали понять, что как бы нам без хлебушка не остаться в Ленинграде, поскольку, дескать, хлеба у нас навалом, мы его продаем, но железная дорога может нам вагонов не дать, и в Ленинград не завезут. То есть хлеб будет, но он не насущный. То есть он в том смысле, что не будет его как сущего, а вообще-то он где-то будет. Он будет стоять, скажем, на какой-то станции, от которой должны привезти. Он есть? Хлеб есть для ленинградцев? Есть. В Торжке. В Торжке. И там есть. Много откуда везут. И все, он есть везде, а тут вроде нет. Ну, сейчас вроде эту проблему решили. Немножко пошумели, чтобы там вагоны-то дали. Вспомнили, что Петербург – вторая столица, и, конечно, начали подсуетились. И у нас проблемы с насущным хлебом сейчас нету. Их есть... порезали, старые вагоны порезали больше, чем нужно. Господи, я думал, порезали этих. Нет, вагоны порезали. Порезали и вагоны. Дворкович не разобрался до конца. Вот эта категория сущей, по нее тоже часто спрашивают, там, а что это, чем отличается? Сущее – это просто непосредственное бытие. А вот убери куда-то, спрячь, заслони – это уже не сущее. Поэтому никак вы не можете считать, вот основание, основа – это сущее, потому что основание без основанного не берется, основанное без основания не берется. А и на том, и на другом
Это, и потом они в единстве, их как бы и нельзя разделить, это одно. Одно как основа. Основание основано, это одно. Это все, это что? Это восстановленное через сущность бытия. Вот в таком оно виде. Мало того, это мало того, что оно удвоенное. Потом вроде бы и показываете, вот в этом кусочке, который мы разбираем, мы показываем. Или кто такие мы, то есть Гегель показывает, а мы как бы следим за его мыслью. Он показывает, что вот они очень тесно между собой связаны и показывает и принимает разные формы. В частности, вот основание, как основание основано, связаны форма и материя. Под материей здесь понимается не материя в самом широком смысле, как в материализме, а материя как вот из чего состоит. Вот если я беру книгу, то материя, из которой состоит книга, это что? Бумага. Бумага. И краска. И краска. Ну вот это вот. Если вот это белое зачернить вот этими буквами, будет книга. Если белое не зачернить, то книги не будет. Они определенные, а это неопределенная материя. Вот если этих не делать, убрать эти все буквы, а книга как бы останется. Все то же самое останется, вот эти буквы убрать, и отсюда буквы все убрать. Пусть сделать это все, напечатать такой краской, которая выцветает через день. Купили книжечку, полистали, завтра пришли, открыли. А в абсолютном свете также ничего не видно, как в абсолютной тьме. Это мы с вами разбирали. И говорили, что определенность есть отрицание. Надо белое затемнить или темное забелить. Или на белом фоне черном, или на темном фоне белом. Выворотная печать это в газете, в книгах, когда на белом. На черном фоне вдруг белые буквы. Особенно любят у нас делать всякие инструкции, особенно когда пишут состав продуктов какой-нибудь. Берут синий какой-то цвет, и на нем белым, мелко так, чтобы ну, только самые остроглазые могли прочитать, из чего они тогда такое напихали вот в этот продукт, и как вы умрете вы от этого продукта или не умрете, может, не сразу умрете. То есть, чтобы этого не могли прочитать, это вот делается так хорошо, удачно. Вот теперь уже пишут, что вот сделаем такие правила, чтобы это было не меньше половины занимало. Так оно будет занимать, а прочитать все равно невозможно. Поскольку там люди изощряются в свете, которые об этом думают. Так вам и скажем, из чего оно состоит. Мне вот один товарищ рассказывал, что он на одном мясном заводе работал. Оттуда, который вырабатывает колбасу. Но он ни разу не видел, чтобы на завод привезли что-нибудь иное, кроме таких больших кубов, прессованных из рогов, копыт и хвостов. А чем отличается дорогая колбаса от дешевой? Тем, что туда добавлено много всякого другого и так далее. А если вы сейчас пойдете искать, смотреть сырокопченую колбасу или сосиски, то они обычно куриные. Вот колбаса куриная, это, конечно, здорово, сырокопченая, это оригинально. Ну вот я, поскольку, так сказать, занимаюсь, так сказать, какими-то такими умственными делами, я не читаю еще, там это состоит, очень интересно читать. Но после этого есть уже не будешь, после того, как прочитаешь. Надо выбирать, либо читать. Вы хотите похудеть? Просто ничего не надо делать. Идите, читайте, из чего состоят продукты, которые вы покупаете. И вы похудеете. Так. Значит. Это Костахова. Вот, поэтому, значит, сначала получается картина такая. Вот сущность, а если у нее, раз эта сущность теперь имеет уже восстановленное бытие, она уже в виде бытия появилась. Сущность уже здесь. Вот в чем этап знаменательный. То вот эта вся определенность этой сущности называется формой. Все определения – это форма. Но если это форма, то вроде как сущность тогда неопределенная, правильно? Вот как неопределенная, она называется материей. Потом, подумав и поразмышляв над этой проблемой, что, вот, дескать, все определения – это форма, а это сугубо неопределенная сущность. Но они же в единстве. Видимся. Они выступают как основание основанного. Значит, если это основанное, значит, оно и в основании есть. Значит, на самом деле, это вот неопределенная материя, это не материя, а сама сущность. Поэтому, значит, вот сначала форма и сущность, потом форма и материя. А раз это материя определенная, это же не просто материя, а материя с формой. А материя
с формой – это что? Содержание оформленное. И тогда получается форма и содержание. Форма – как бы одна определенность, одна только определенность или из одних определенностей состоит, а содержание и то, и другое, и бытие, и определенность. Но форма-то равна самому себе, ее тождество формы, единство, оно связано с чем связано, что она форма вот этого содержания, что вот этого содержания, поэтому она тоже содержательная форма. И нельзя выковырить, так сказать, оттащить, растащить форму и содержание. Чем пользовались все разрушители, уничтожители социализма и пользуются до сих пор. А именно, мы, говорит, реформируем. Что значит реформируем? Дескать, мы как бы не трогаем, мы социализм реформируем, оставляем ваш социализм, все в порядке. Константин Константинович, вы, так сказать, не беспокойтесь, мы только форму меняем. Форма активна, кстати. А форма не просто активна, она содержательна. Она... Что? Да. Содержательна. Но она активна. По отношению к... Это понятно, что она активна. Еще есть активные и не по форме. Люди есть активные, которые берут и меняют форму. А изменение формы – это что такое? Это изменение содержания. Поэтому пусть нам не рассказывают, что мы только форму меняем, а социалистическое содержание оставляем. Если вы взяли буржуазную форму, вы получили буржуазное содержание. Вот и все. Поэтому реформирование. Или потом при Ельцине это уже изменило, так сказать, риторику на другую. Давайте, говорит, будем... Что мы будем делать при Ельцине? Не реформировать? Он отменил советскую власть. Ничего там не отменяли. Нет, вся власть советом сначала была. Передать всю власть советам от партии. Передать всю власть советам. Так? А партию убрать. А партию убрать. Ее запретить. А советы потом из танков уже раз, уже из танков их разбить. Но сначала передать им всю власть от партии. И вот. Решили трудящихся власть на месте. Значит, если мы раньше, если сначала реформировали, потом курс меняли. Меняем курс. Да? Изменение курса. Какой курс у нас? Курс. Главное, что мы плывем. Плыть главное. А куда плыть? Исчезло. То есть как бы не указано. Не указано. Нет, плыть главное. Вот и все. Изменение. Политики так не говорят. Нет, мы правильно говорим. Это было позже. Это было позже. То есть отрыв вообще формы от содержания делается для того, чтобы можно было менять содержание и говорить о том, что мы меняем лишь форму. Меняем лишь форму. Форму поменяли, и не стало этого содержания. Поэтому, скажем, не случайно, что вот советы – это форма, организационная форма, диктатуру пролетариата. Уже, так сказать, если отказ какой-то от советов произошел, от формы, это уже было ослабление диктатуры пролетариата. Еще не разрушение ее, а ослабление. То есть, когда поменяли форму в 36-м году, да? То есть, это уже... Это уже было ослабление, конечно. Это менялось уже содержание. Это не позволяло обеспечивать обновление советов и отзыв депутатов, которые оторвались от трудящихся, от рабочего класса, от крестьянства, от народа и так далее. Причем не просто замедлило этот отзыв, а исключило его. Потому что, как вот отмечала уже Матвиенко на запрос депутата Шейна, парламентская форма народного представительства исключает отзыв депутатов. Если вот вы хотите... Вы считаете, что депутат плохой? Через 5 лет вы его не изберете. А как избирают? Избирают по партийным спискам. Вы его не можете не избрать, потому что он стоит в списке «Единой России». Или стоит в списке КПРФ. Или стоит в списке ЛДПР. Вот и все. А если он
мандатник, то он стоит на больших мешках денег. И такая идет большая пропаганда, что тоже вы не можете со своим тихим голосом, который не размножен средствами массовой информации, его не исправить. Сейчас полковник Захарченко хотел, наверное, стать. Полковник Захарченко мало взял. 8 миллиардов. Вот недавно про Амунца рассказали, заместитель Ростуризма, главы Ростуризма, 28 миллиардов. Через Межпромбанк. Тяжело. 7 лет дали. Ну, это как бы вахтовый метод. 7 лет трудишься и 28 миллиардов получаешь. У нас многие согласились, наверное, такую работу, да? А потом отдадут. Уже не отдадут. Если они выведены, куда они выведены? Они, наверное, выведены уже за границу. В том-то и дело. Так, ну вот давайте зафиксируем этот очень важный момент, что мы сейчас имеем дело с бытием. И вот, казалось бы, мы уже зацепились, что вот основание и основанное. И вот эта основа, как единство основания основано, это вот новое, опять бытие, но уже в сфере сущности. И мы можем вспомнить все, что мы знаем про бытие, и нам уже легче. Но есть за что-то зацепиться, потому что, как вы можете за ничто зацепиться? Только зацепили за ничто, оно пошло к другому ничто, и все растворяется. Очень тяжело было это изучать. А сейчас мы вышли, можно сказать, на берег. Нам уже теперь легко, у нас уже есть бытие в виде основания основанного. Но если оно основание основанного, то там употребляется для того, чтобы, так сказать, обрисовать в зависимости этих категорий такое понятие, как положенность. Денис Борисович, про положенность что-нибудь можете сказать? Всегда вызывал у меня сложность. Положенность. С видимостью все было понятно. Конечно. Ну, вот народный юмор это излагает очень просто. Солдаты. Офицер обращается к солдатам, вы знаете, там, значит, солдат говорит, а почему мясо в кашу не положено? А офицер ему говорит, не положено, значит, не положено. А солдат говорит, так ведь положено же. Ну, если положено, значит, положено. Какие проблемы? Так, офицер говорит, так и жить не положено же. А не положено, значит, не положено. То есть что-то тут вот непростая эта категория, она, ей уже пользуются люди. Но вот мы должны разъяснить смысл. Положенность – это то, что берется с отрицанием. Мало велик русский язык, будет положено. Вот это в положении. Состояние бытия как положенность. Какая степень необъяснимости? Оно есть? Ну, с отрицанием. Есть? Есть, есть. Оно никуда и не ушло. Оно было просто насущное, да? Это бытие? Оно и все равно есть. Но не про вашу честь. Но оно есть? Есть. Положенность. То есть положенность – это все то, что есть с отрицанием. У вас говорит, хлеб есть? Есть. Давайте сюда. Мясо есть? Есть. Давайте сюда. И чего еще у вас есть? Часы есть? Деньги есть? Давайте сюда. Это же все остается. Есть, да? Но какое? Есть в движении такое. Положенность. Вот поехало оно. То есть надо различать между тем, что есть, и тем, что положено, Гегель в многих местах говорит. Положено с отрицанием. А раз с отрицанием, значит, вот эта непосредственность, это вот бытие, которое мы получили, нельзя его понимать так, что здесь вот все ограничивается только основанием и основанным. А раз это положенность, то значит полагающая рефлексия есть и предполагающая рефлексия. То есть с отрицанием. Отрицание полагающей рефлексии, Евгений Николаевич, что? Отвечайте. Да у меня в вопросе есть ответ. Отрицание полагающей рефлексии – это? Отрицание. Ну, отрицание, понятно. Но отрицание полагающей рефлексии – какая рефлексия? А это уже второй вопрос. Положительное. Предполагать, вот. Положительное. Предполагающая рефлексия. А раз предполагающая, значит, основание предполагает, что еще есть какое-то бытие. Вот как называется то бытие, которое предполагается основанием? А? Я вычитал? Нет, эти вопросы, это не вопросы на засыпку, это вопросы, связанные с текстом. Вот все вот товарищ Мордовин, как староста нашего кружка, всем разослал, какая тема? Да. Да, он, не думайте, что он только архитектор и конструктор. Да. А что выше? Это вообще самое высокое староста кружка по диалектике. Thank you.
Ну это выше же, чем мы. Ну это как это положенность, если вы считаете с отрицанием, то с отрицанием. Так, так вот, раз это, то есть положенное, отрицание положенного, это предположенность. Значит, предполагается другое бытие. Без этого мы не можем обойтись. То есть еще есть что-то, что еще находится как предполагающее, как предполагаемое основанием и основным. Как это называется? Условия. Вот. Вот та. Вот то бытие тоже установленное. Тоже здесь. Все ресурсности, которые уже неразрывно связаны вот с основанием и основным, а это вот такое наличное, уже наличное бытие, тут Гегель представляет. Это вот бытие. Это наличное бытие. Оно предполагается. Почему наличное бытие? Потому что там вот нет вот такого основания, основанного. Оно просто есть. Еще то, что предполагается вот этой положенностью, вот оно есть. Это что? Условия. И тогда получается не как в сказке, а получается то, что на самом деле вот мы уже и легче можем воспринять. Есть основание основанного, основанное так, и, то есть и есть условия. И вот если все условия, и вот Гегель дальше показывает, что если все условия созданы, то вот у вас прочное бытие. Бытие уже и в виде основания, и в виде основанного, и с предпосылкой. Ну все, оно уже, так сказать, ну как можно укрепиться там, где все ползет? Здесь же все ползет, это же тут все в снятом виде, это все с отрицанием. Но вот здесь все ползет, но все теперь стабилизировалось, потому что есть основания, есть основанные, есть форма, есть сущность, содержание. Тут все прочно. Еще и есть предпосылка, которая придерживает. Если еще есть предпосылка, ну вот предпосылка нашего кружка. Вот, то есть мы сейчас говорили о том, что есть основание, вот скажем. А что есть основа? Надо книжку и надо еще ее читать. Ну, книжка нужна на Наукологии? Нужна, чтобы был кружок. Надо. А читать не надо? Надо. Это основанное. И понимание еще вот надо. Это тоже основано на чтении. А предпосылки есть? А предпосылка, если хочется разобраться какой-то, есть такой вот. Есть должна быть предпосылка. Если кто-то не хочет изучать, то никакими силами его не заставишь. Правильно? И не надо заставлять. И вообще в кружок не собираются те люди, которых нужно заставлять. Правда? Они-то кружок уже понятие исключающее. Вот если это какие-то обязательные занятия, у нас для этого есть обязательные занятия. Там задания, зачеты. А здесь зачетов нет. Экзаменов нет. Вообще никто ничего не требует вообще. И как можно заниматься, если вообще никто ничего не требует? Только чисто морально давит. Окей, а можно попытаться внести ясность? Уже в вашем заявлении или вопросе уже утверждение, что вы именно ясность внесете. А если вы муть какую-нибудь внесете? Ну, тогда вы меня поправите, я почему... А вот тогда вот давайте вносите. Ну, здесь смотрите, такая штука. Есть процесс познания, да? Нет, у нас тут процесса познания. И вы нас сразу убрали от конкретного рассмотрения, конкретного предмета. Нет, Евгений Николаевич, так не годится. От условия... Основание. А познание идет от основания к условию. Евгений Николаевич, наше, как идет познание, у нас идет строго по тексту. Мы изучаем науку логики Гегеля. Вот тут не надо придумывать, как идет познание. Вот идет познание так, от одной категории к другой, вот так и идет познание. А как у нас, как у вас идет познание? И что вы познали? Вот Гегель познал диалектику. А мы с вами что познали? Мы еще не познали эту диалектику. Поэтому если мы обучаемся, то мы должны сначала изучать, а когда мы это изучим, тогда мы начнем думать, а как это можно переделать. И тогда в своих, а не в этой работе, будем переделывать. В этой работе мы ничего переделать не можем. У меня много присылают писем, товарищи говорят, а вот если вместо вот этой категории вот так назвать или вот так назвать, я говорю, ну вы создайте такую систему и там называйте как хотите. А как вы это-то собираетесь переделывать? И это есть гениальное произведение, которое мы должны освоить. Мы для того, чтобы это освоить, проводим занятия кружка. Поэтому здесь не надо куда-то в сторону метаться, а заниматься насущным. Вот это вот сейчас насущная у нас категория какая? Условия. Потому что оно насущное было заявлено по электронной почте, что оно насущное, что мы будем переход от основания к условиям. И вот дальше мы получаем то,
что является, ну, как всегда бывает, бесплатным, так сказать, приложением или подарком. Что вот для какой-нибудь сути дела созданы все условия, она вступает в существование. И мы приходим к категории существования. Теперь, а что такое существование? Тогда вот на основании того, что мы это изучали, что, как можно сказать, Денис Борисович, если бы вы объясняли по-простому, что такое существование теперь? Бытие. А? Бытие. Ну, ее объяснили. Вы нас вот раз с 12 этажа на первый этаж. И все. И мы тут. Вот это когда вы в газету достаете. Бытие. Ничего себе. Это правильно. То, что вы сказали, правильно. Потому что если я упаду с 12 этажа, то я там был бытие, и там буду бытие. Это будут разные. Нет, это будет бытие. Ну и как? Придут милиция, полиция, скажут, как? Ничего, бытие, трупа, все нормально, бытие, да. Почему? Бытие надо вести, надо опознавать. О, бытие, протокол писать, определенность, там много чего будет. Но вас уже не позовут. Тут же не надо, тут все хорошо. Вот, то есть, так не ответили вы на вопрос. Существование. Вот на основе, я же, собственно говоря, только что и сказал, что это что такое? Бытие. Бытие какое? Восстановленное через сущность бытие. И такое бытие, для которого созданы все условия. Вот такое бытие, для которого. Вот такая. Если для какой-нибудь сути дела созданы все условия. Или сути дела, или вот если вы внимательно смотрели, в одном месте перевод без дела. Потому что сути дела непонятно. Какое дело? Кто тут делает? Это же объективная логика. Тут это не субъективно. То есть дело тут не надо понимать в буквальном смысле. Просто в некоторых местах тут переводят правильно «заха» по-немецки «суть». Для какой-нибудь сути. Есть сущность, а есть суть. Вы проникли в самую суть. Говорят? Говорят. Вот для какой-нибудь, если сути созданы все условия, эта суть вступает в существование. Когда созданы все условия, вот у вас не получается, а вы это сделаете, вот это сделаете, вот это сделаете, вот это сделаете, и получите то, что надо. Скажем, есть все необходимые условия революции. Это. Вот эти предпосылки и называются условиями. Вот я говорю, что это синоним. Ну, так вот, нет, это те предпосылки, которые являются предпосылками основания. А иначе, если это не условия, вот предпосылки основания. А у вас предпосылки повисли в небе. Нет, они неизвестно чего, предпосылки. Предпосылки того, что нас сейчас заберут. Вот это оно, что... Потому что непонятно, что такое мы объясняем. Предпосылки чего? Так нельзя. Нельзя быть предпосылки без указания того, чего предпосылки. Да. А чего предпосылки? Сути. Нет, не сути. Которые... Нет, не сути, а предпосылки основания. Потому что условием называется, читайте по тексту, предпосылки основания. Вот предпосылки основания называются условиями. А ну раз это предпосылки основания, значит предпосылки созданы, а основание ведет уже к основанному. Правильно? И оно появляется, это существование. Вы хотите, чтобы это существовало? Сделайте это, сделайте это, сделайте, создайте предпосылки основания для этого, и дальше основанное появляется на основании основания. Основание предполагает условия, но условия в какой же степени предполагает основание? Да. Да. Взаимосвязь существует, отношения. Взаимосвязь существует, но это разные категории. Между вами и вашим отцом существует взаимосвязь. Но не так, чтобы и он вас родил, и вы его родили. Нет, так не получается, Евгений Николаевич. А в истории было такое? Он вас родил, а вы его нет. А взаимосвязь есть. А взаимосвязь есть. Поэтому это вот слово «взаимосвязь» ничего не объясняет ваше. Ничего не объясняет. Потому что оно как раз запутывает и замазывает. Это различие. А различие как раз в том, что одно есть условие, а другое есть основание. А от основания идет дорога к основанному, потому что основание основаны неразрывны. А если у вас есть предпосылка, из этой предпосылки вытекает основание, то и основанное будет. А если у вас нет предпосылки, то у вас есть основание, основанное без предпосылки ничего не выходит. Да, хоть переход, и это вектор определенный.
Никакого вектора тут нету. Вот когда вы говорите, нету никакого вектора. Не надо, не надо сюда на этот на стол притаскивать всякие камни, эти палки, дубины и ненужные предметы. Зачем нам? Нам в этих-то не разобраться в категориях, а вы еще хотите сюда накидать на стол, и нам будет совсем тяжело. Нет. А Ленин экзамены сдавал по диалектике? Нет, конечно. Сдавал. Революция была экзаменом. Это был экзамен, если его. А у него такой Попов преподаватель был? У него Гегель был. Это еще это гораздо круче. Но его уже не было. Ну и что? И меня не будет, и вас не будет. Не расстраивайтесь, вас тоже не будет. Ну чего вы волнуетесь? Себя познать, но нас не будет, но такими великими, как Ленин, мы не будем. Поэтому это... Они действительно заранее себя редуцируют до того, что вот это нельзя, этим тоже пользоваться. А кто вам сказал, что нельзя? Нельзя отходить от сути дела. Вот к чему я вас предупреждаю. От сути дела уходить не надо. Суть. А суть у нас определяется темой нашего предмета. И мы не будем продвигаться в кружке, если не будем концентрировать себя на определенной категории, которую мы хотим разобрать. У нас времени кружка 1 час за 2 недели. А если мы еще собираемся рассмотреть это и вот это, а не так, чтобы мы концентрируем все внимание на вот этом переходе, то тогда мы не будем продвигаться. А у нас, если вы можете заметить, мы хоть и медленно, но мы продвигаемся. Но не очень медленно, потому что некоторые товарищи, хоть мы и продвигаемся медленно, нас не догоняют. И вообще нас никто не догоняет. Нас кто-нибудь перегнал, Евгений Николаевич? Есть в стране, кто нас перегнал? Нет. Ну, все. Переход, у нас тема заявлена, у нее все ходы записаны. Да. Переход основания в условия. Ну? Переход. Мы этот переход мы рассмотрели? Нет, это не вектор. Это движение логическое. А движение без вектора может себе? Может. Без всякого вектора движение может быть. На автомобиле можно без вектора ехать элементарно. А вектор у гаишника, вот он такой палочкой нет, полосатый. Вас может этим вектором остановить. Зачем вы принесли, зачем вы приносите вектор АБ? И пишется так, АБ и сверху палочка. А можно просто А, запятая, Б в скобочках. Зачем вы из математики приносите сюда те категории, которые здесь не нужны? Для того, чтобы... Вот, Евгений Николаевич, я вот математик, я не приношу, потому что я знаю, что такое вектор. А я вас прошу, что такое вектор, вы определение не дадите. Направленный отрезок. Направленный отрезок? Да. Нет, это не отрезок, а пара А и Б. Допустим. Послушайте, вы в какой системе? Вы Мурманск? Я в какой схеме? Я с отличием закончил математико-механический факультет. Алгебра у нас была, геометрия. Там в геометрии это направленный отрезок, а в алгебре это пара. Ну, по Смирнову. Или по Бурбаке. Там же разные математические системы. Вы нас хотите увести в другую степь со своим вектором. А у нас понятия, нам не нужны лишние слова, ненужные слова нужно не притаскивать. Вы увидели в науке логики, нашли слово «вектор» здесь? Зачем вы это? Ну так нет, и не надо это употреблять. Не надо это употреблять, потому что вы тем самым мешаете движению, вот этим самым, тем, что вы употребляете то, чего здесь нет. Вам тут мало, что ли, слов? Вы все разобрали? Человек, значит, вместо того, чтобы понять вот это, он притаскивает еще сюда материал. И пытается соединить. Зачем это нужно делать? Это не нужно делать. Не нужно сюда. Да, конечно, это система. Из системы ничего нельзя вынуть, и человек нельзя к ней прибавить, если это система. А вот можно ее материалистически истолковывать? Это можно. Пожалуйста, истолковывайте материалистически. Вот это да, тут свобода. Вы хотите эту систему замкнуть? Не я хочу ее замкнуть, а система есть неразвитый. Это есть движение от начала, как... не развит результат, а к результату, как к развернутому началу, она замкнутая и есть в этом смысле. Уже замкнута она. Теорема Гёделя относится к теории множеств. Теория множеств, она не относится к этой системе никоим образом. Не путайте теорию множеств с системой науки и логики. Можно подумать, что кроме теории множеств ничего нет в математике. Ну и что? Да она тут ни при чем. Абсолютно ни при чем. Так, что мы получили? Получили мы, значит, вот тот вывод, к которому мы стремились, то есть мы показали переход к условию, а тем самым переход через движение сути к существованию. То есть существование – это что?
Вот я вам вопрос задал конкретный. Что такое существование? А вы ответили на него, Евгений Николаевич? Не ответили. А вы хотели ответ заменить всякими рассуждениями о предметах чуждых. Кто ответит на вопрос, что такое существование? Существование – это когда для какой-нибудь сути дела все, созданы все условия, она вступает в существование. Вот в связи с этим я и спрашиваю, что такое существование тогда? Ну что такое существование? Это не суть. Она вступает в существование. А что такое существование? А это, значит, здесь моменты тождества. Да моменты мы видим, куски там, моменты, части. А что такое существование? Мы можем ответить на этот вопрос? Вопрос этот наводящий, потому что на самом деле все уже есть для ответа на этот вопрос. Если для какой-нибудь сути дела созданы все условия, она вступает в существование, так? А про условия мы знаем, что они предполагают, что основания основаны, то значит, что такое существование? Это бытие или не бытие? Вот, вот товарищ правильно ответил, я ему говорю, он правильно, но он только ответил... Это какое? Упрощенно, в том смысле, что он на вопрос «какое бытие» не ответил. А какое бытие? Такое бытие для какого? Для которого есть основания и условия. Это прямо вытекает из всего нашего сегодняшнего разговора. И это и описано все в науке логики здесь. Это такое бытие, к которому привело движение основания, основанного и условий. Если вот оно вступает благодаря вот этим, да? Предпосылки. Предпосылка же это была. Вы говорите, это предпосылка. Да как раз предпосылка. А на чего предпосылка? Предпосылка существования. Раз это предпосылка существования, смотрю назад. Существование – это такое бытие, для которого предпосылками является что? Условия и основания. Поэтому, если вы помните в самом начале, если кто-нибудь, или вообще на занятиях по науке логики и по философии, если кто-нибудь говорил существование, я его сразу останавливал, он говорит, не надо, давайте про бытие будем говорить. Не надо так, о таких сложных вещах говорить. То сейчас мы можем сказать, вот мы можем говорить о существовании на том основании, что мы знаем, что такое существование. Это такое бытие, для которого есть и условия, и основание. Вот если есть бытие с основанием и с условиями, тогда это уже существование. Вы просто есть или существуете? Существую. Существует. То есть у него есть средство существования. Потому что если у него не было средств существования, он говорит, я просто есть, а есть мне нечего. Поэтому я сейчас я есть, а завтра меня может и не быть. А если он существует, значит у него есть и основание, и условия все, значит, у него есть квартира или комната, у него есть жилье, у него есть какие-то доходы, которые позволяют ему иметь, то есть все те условия, которые обеспечивают это бытие. Правильно? Вот, так сказать, своего рода обеспеченное бытие – это существование. Хотя некоторые спрашивают, как дело, как живешь? Да говорят, это существую, разве это жизнь? Но если существует, значит, есть уже что-то, за что можно зацепиться. Существование. То есть существование – сложная категория, освоение которой предполагает вот это вот изучение первого, первой книги «Учение о бытии» и значительной части третьей вот книги «Учение о сущности». Поэтому слово «существование» надо употреблять со смыслом. То есть это такое бытие, которое корни такие имеет, очень прочные, правильно? В виде условий, когда для какой-нибудь судьи дела созданы все условия. Но, скажем, революцию, чтобы сделать, надо создать все условия. Не только революционную ситуацию. А революционная ситуация тоже эти условия содержит. Помните, Ленин описывал эти условия? Это и то, что низы не хотят так жить, то, что и верхи не могут уже управлять. А еще особое, так сказать, обострение вообще страданий народных масс. Вот когда эти условия созданы, создается революционная ситуация. Это что такое? Это существование. Это существование. А вот для того, чтобы новая власть стала фактом, недостаточно революционной ситуации, нужна еще и партия обязательно, между прочим, которая будет сознательно эту линию вести. И еще, между прочим, надо иметь советы, которые, как вот Евгений Николаевич хотел сказать, готовы уже советы, пусть их будет мало, пусть они еще будут не развиты, но они должны быть как бытие. Вот есть бытие, есть, это что такое? А это уже условия. Это все условия. А если у вас советов нету, ну и что? Ну вот и что будет?
предпосылки во множестве там людей. Во множестве. Условия во множестве. Все условия. Все, не просто много, а все условия. Да. Там слово «все» употребляется. Поэтому, а там говорится о целом. Что вот когда мы говорим о форме и о содержании, то форма – это целое. Целое. То есть она включает в себя на самом деле содержание, потому что всякое содержание оформлено, а всякая форма содержательна. И это вот равенство формы самой себе, оно в содержании. Значит, целостность как вы определяете? А? Целостность как вы определяете? Целое? Целое – это значит, оно не разделено на части. Вот и все. Не разделено оно на части, оно все едино. Но в нем есть моменты. Вот почему у Гегеля берутся моменты, а не части. Моменты. Но у него есть целые части, потом будет учение о понятии. Это другая тема уже, как можно там делить условно. Но уже часть предполагает, что есть целое, а целое предполагает, что есть части. А здесь говорится о целом и моментах целого. Вот содержание и форма – это моменты целого. А предпосылки являются, они входят в это целое? Тоже входят. Они вроде как предпосылки, они вроде как отдельно от него. Но они именно потому, что они предпосылки, они на самом деле не отдельно, а входят в содержание того, предпосылками чего являются. А условия входят в содержание? Входят, потому что они условия того, что совершается. А из-за того, что они условия того, что совершается, они входят в содержание того, что совершается. То есть, если это просто внешние предпосылки, ничего не совершается, тогда они и не предпосылки. А существование – это целое или не целое? Целое – это не существование, а существующее. Вот бытие – существующее. Существование – это уже характеристика того, что существует. Это существующее. А суть целая? А? А суть – это целая? Суть – да. То есть, вот суть – это целая? Да, суть – целая. Нет, переходит в существование – это суть, она уже теперь не суть только, а существующим становится. Ваша суть-то существует? Временное состояние. Нет, не временное. Эта суть, она не вышла вовне. Если она суть есть, а дела нету. Она не стала бытием, ваша суть. А вот когда она станет бытием, она будет не просто суть. Суть – это она вот это снятое бытие, это еще сущность. А если она уже не просто суть, а существующая, не существование, а существование. Это выходит в существование. Но когда она выходит в существование, она становится существующим. А бытие приходящее. Все равно это, никак это не остановить. Это все время движется. А вы хотели остановить? Нет. Я просто пытался понять. Наш поезд остановить нельзя. Нет, конечно. Вот тут вопросов нет. Ну вот я думаю, что мы очень важный такой преодолели. Тут барьер, можно сказать, очень к важному рубежу подошли. Мы не только усмотрели в сущности теперь то, что существует, а вот то, что существует, поняли, что оно существует с условиями и с основанием. И только тогда, когда вот такая картина имеет место, логическая, тогда можно говорить о том, что вот я существую, оно существует. Дом существует тогда, когда его построили, а когда оно в голове, он есть уже как в замысле, он есть в коробке, он есть уже есть, но еще недостроенный дом он есть. А вот когда он есть с основаниями, с условиями, и все условия соблюдены, и стекла вставлены, и мусор убран, тогда он уже, вот, можно его сдавать. Тогда можно считать, что он дом построен, он существует. А до этого он существует как недостроенный дом, то есть как не дом, как дом с отрицанием. Правильно? То есть мы пытались освоить. А вот приемочная комиссия должна определить, это дом с отрицанием или дом. Она принимает с недоделками, особенно если за взятки. Тогда она дом, который не дом, сдает как дом, принимает как дом. А мы должны вот различать между тем, что есть существующее, и тем, что пытается выдать за существующее. Если я вас правильно понял, то мы сейчас освоили набор категорий, с помощью которых можно осмыслить реальные процессы, которые... Нет, вы меня неправильно поняли. Вы вместо слова «система категории» употребили слово «набор». То есть вы взяли и все связи категории рассыпали, чтобы уничтожить всю нашу работу. Нет, я остановился, я специально не употребил слово «система», поскольку вы применяете это только... Это вы у нас специально... Гегельская система. Да, я понял. Гегельская, конечно. А мы какую систему изучаем?
А у нас кружок как называется? Хотите, я вам назову, как у нас называется кружок? Кружок любителей гегелевской идеологии. Вас это удивляет, что мы это изучаем? Нет, а что-то странно. А от системы есть? Есть система. А система, еще раз повторяю, что система всегда имеет начало, как неразвитый результат, и результат, как развернутое начало. Развернутое начало, в конце абсолютная идея. В начале была идея, как неразвитая, и в конце идея. А система материалистическая что имеет в начале? Что имеет? Материю. А в конце что имеет? Опять же материю. Только какую-то. В начале непознанную материю, а в конце познанную материю, которую познает общество. То есть у вас не классическая определение системы? Что? У меня классическое, у вас пустое определение системы. Да. Вы хотите не систему взять, а набор. Это вот вам праздничный набор. Это система, это коробка, в которую положены без всякой системы всякие вещи, которые сбыть залежал и товар. Вот что такое. Нет, это системообразующий элемент, а у вас системообразующий. Нет, не элемент нужен системообразующий. А здесь движение все образует. Процесс движения, выведение более сложных категорий из более простых. Вот система только тогда система, когда каждая следующая категория выведена из всех предыдущих. Вот и короче говоря, каждая категория может быть изложена так. Начинаем сначала от чистого бытия. И вот до этого места дошли. Это эта категория. Следующая категория опять, это вся цепочка. А не какой-то там элемент системообразующий. Весь процесс с начала и до конца, без разрывов. И в этом и сложность нашего изучения, потому что мы хотим не вырвать отсюда кусочки и начать употреблять эти слова и изображать, что мы диалектики. А мы хотим понять это самое движение. Вот в изучении этого движения и самое движение, в этом и главная сложность и трудность. Но из этого и самое богатство. Почему это и привлекает? Я думаю, занятия нашего кружка потому людей и привлекает, потому что именно мы изучаем именно систему категорий диалектики, а не просто отдельный набор, который можно было бы, так сказать, взять поштучно, прочитать про каждую категорию в словаре. Это прочитали вы в отрыве от всех остальных категорий, то есть взяли их не как категории единой системы, а вне системы, то есть не как категории, а как просто отдельные понятия. То есть мертвые понятия. А мы рассматриваем как живую эту систему категорий, вот в движении. Ну вот на этом, я думаю, месте мы можем и завершить. Вопросы, если есть, пожалуйста. Какие вопросы? Да. Следующее заседание. Давайте смотреть. 28-го. Ничего, у нас не тормозит. 28-го, да? Через 14 дней. Хорошо. Тема. Ну, тема, вот смотрим оглавление и видим. Переход к основанию условия. Это мы сегодня. Ну, давайте вот условия, переход в явление. Правда? Переход в условие. От условия в явление? Да, в явление. А явление – это заголовок для существования в том виде, в каком мы его сначала получим. Явление – это уже категория существования, правильно? Сфера существования. Переход условий в явление. И вот почему мы говорим переход для занятия, чтобы вот это вот движение мы делали предметом изучения. Не просто категорию какую-то разжевывали, а как эта категория переходит в другую, усложняется тем самым, правильно? Это интересно. И читать мало надо вроде как. Вроде бы как этот кусочек прочитал, и все. Хорошо, что я вам задал вопрос про систему. Да, без вас бы совсем да. Хорошо. Потому что иначе мне приходится. Ваши вопросы и даже те выступления, которые я подвергаю критике, являются непременной предпосылкой наших занятий. Движение. И движение вперед. Ну как же мы от чего-то должны отталкиваться? Ну как вот, а как вот на лодке гребут, там отрицают воду и с помощью весел и продвигаются вперед. Так что. Так, все на этом, да? Нет больше вопросов? Спасибо. Да, спасибо.